dvhub.ru. Ну ладно, хорошо. Я провожу тебя сегодня до дома. Нет, я не об этом. Понимаешь, люди встречаются, влюбляются, женятся. А, так ты об этом. Ага. Согласно теории любви, наши с тобой отношения должны пройти 6 ступеней. Первая ступень — это когда молодые только познакомились. Да-да, короче. Короче, пример из литературы. Александр Островский, Женева Бальзаминова. Или Грибоедов, Горе от ума. Да, примите поздравления, кушайте пироги, бис, ура. Ой, ну где бы радоваться, что дочка замуж вышла, а он... Да ты что, обалдел? Вот куда с утра лакаешь гостей, не дождавшись. Ой, лакаешь. Пропустил одну баночку для равновесия. Тем более я, может, против таких скороспелых браков. Меня, может, такие браки не удовлетворяют. Они 3 дня знакомы. Ой, ну не 3, а целую неделю. Ну неделю. Да может, жених толком еще и не разглядел свою супругу. Ой, а ну тебя к лешему. Надрался. Уж, по-моему, очень хорошо. Ты у меня не как 7 лет был женихом. А что толку? Иван сидит, какая зюзя, и нос у тебя синий. Ты мой. Сюда, что ли, жениху-то? А вы молодой? А я вас сразу не признала, извините. Ой, ну что же, помилуйте, это он жених, а я его приятель. Ой, извиняюсь, это я вас сразу не признала. Ой, да я жених, конечно, да где ж признать, мельком виделись. Мамаша, я очень рад. Ой, извините, сейчас иду. Ой, кладите... Да ладно, к примеру, где моя молодая супруга переоделась и ушла? Возьми ее под руку и веди, а за тобой пущает целая вереница гостей, музыка играет. Ой, прошу подойти ко мне мою супругу, ну ясно, что она и подойдет. Ой, я прям не знаю, не вышло бы чего опять. А вон, погляди, ее мамаша идет, вон, возьми и спроси. Ты точно уверен, что это мамаша? Ну конечно мамаша, я ее по платку узнаю, ясно, что мамаша. Иди с ней поговори и скажи, что ты куриной слепотой кворал. Вот, ты прав. Вот скажи, что я ничего не вижу. Прекрасная идея. dvhub.ru